Повышать навыки баскетбольного мастерства пензенские ученики будут использовать профессиональные мячи. Их в торжественной обстановке вручили представителям образовательных учреждений. Возможность обновить спортивный инвентарь появилась благодаря участию в ежегодном всероссийском турнире школьных команд «КСБаскет». Организаторы чемпионата, всероссийского чемпионата КСБаскет предоставляют каждой команде, каждой школе-участнице баскетбольные мячи, комплекты баскетбольных мячей, а также победители зональных соревнований. У нас в Пензенской области 7 зон, команды распределены на 7 зон. Команды победителей зональных соревнований получают комплекты баскетбольной формы. Это, конечно, большое подспорье для школ, это укрепление материально-технической базы, и есть стимул для каждого педагога, и в том числе и для детей, для школьной команды по баскетболу, чтобы эта база у них была. В прошлом сезоне турнира КСБаскет в Пензенской области приняли участие свыше 300 команд юношей и девушек из 215 школ региона. Количество юных баскетболистов ежегодно растет. Организаторы уверены, это далеко не предел. Это же такой проект, который мы просматриваем всех наших детей, которые участвуют. Это самые активные, самые хорошие дети. Потом мы уже приглашаем их в команды спортивных школ, а дальше уже и команды дальше растут в спортивных школах, и дальше команды наши, которые выступают на первенство России. Это Зареченский союз и наши девчонки юность. Вот. Девчонки хорошие, мальчишки тоже хорошие, стараются, играют. Ну и вообще КСБаскет – это лучший проект в России. Заявки для участия в предстоящем турнире КСБаскет уже принимаются от команд. Сделать это можно до 15 октября. Игры начнутся в ноябре. Традиционно пройдут в несколько этапов.